Добрый день, меня зовут Валерий Мещеряков, я являюсь пекарем, шеф-пекарем, занимаюсь своим ремеслом уже с 2015 года, до этого был поваром, занимался самообучением, также ходил на разные мастер-классы, ездил во Францию обучаться, в Испанию. Все хорошо, все нравится, и меня очень впечатлило, что очень быстро разбирают выпечку, что все это любят, людям нравится. Да, может, не всем цены, ну, как бы, нравятся на пирожки, но мы все-таки пытаемся потребителю показать, что наши, они вкуснее тем, что там много начинки, и к нам люди, преклонного возраста уже возвращаются, говорят, что вот, да, у вас лучше, потому что там были и горелые, там и одно тесто ешь, а у вас все-таки начинка есть. То есть, очень впечатлило, что хлеб разбирают моментом. Я причем спросил у Зои, она говорит, потому что никто не печет, по факту мало, практически никого нет. Поэтому люди хотят вкусно свежий хлеб, и надеюсь, мы сможем это в дальнейшем все давать больше и больше объема. Так, в принципе, все классно. Хорошее открытие. Оно вообще на самом деле как бы ассоциируется вот с такой вот современностью, да, потому что если мы поедем там в Питер или еще куда-то, сейчас пекарня вообще это очень модное заведение становится, не просто это зайти купить хлеб, а выпить кофе, посидеть с друзьями, обсудить что-то, деловые встречи, вот, и атмосфера и сам интерьер, он как бы к этому благоприятствует. Это, я думаю, будет точка притяжения в Нигеле. Ты там прям смотришь. Реально мы не успеваем сейчас делать выпечку. Мы выставили, все купили, выставили, купили. Это хорошо, на самом деле. Прям шикарно. Да. Она молодец, все правильно делает. И уверен, у нее все получится.